Слушай, ну тогда полетим через правый берег, наберем высоту. О, тут есть GPS. Дай В мне включить. смысле, Диф, на GPS? связи? На связи. Мы тогда через левую сторону карты полетим, будем оттуда тогда с мета захода делать. Да, наверное, где-то рядом полечу. Блин, чем Юнкерс хорош, он уже на 60 начинает эту высоту набирать. А, ну что тогда, ты за мной или сам? Да, я двигаю пока за тобой. Ну давай тогда, я буду чуть правее брать. Чё, Я вижу за сейчас нами самолет. максимально выставил, чтобы я совершенно не перегнался. Да. Слушай, блин, я прорисовку надо посмотреть, а я в полете нахожусь. Сейчас я быстренько. Если падать будем, значит я прорисовку смотрю. Слушай, 2500, конечно, это. Но пока мы набираем высоту. Не-не-не, я вижу. Они за нами летят? У нее еще. Чуть слева. А, ну я вижу, вижу, я развернулся, да. У нее чем хорошо, у нее такой движок довольно-таки мощный, и можно неплохо задирать вверх. Да, почему-то в других симуляторах Юнкерс вообще какое-то говно. Ну, понимаешь, нет, просто это в армухе так настроено. Это так, видно берег с левой стороны. Так, Юнкерс перестроился или прямо на хвосте у нас? Перестраивается. Потому что я его, да, уже не вижу. Ну, так же, сзади, но дальше левее от нас стал. Так, не знаю, вижу какие-то хрени на пляже, но пока не понимаю, что это такое. По левому борту пляж, да? Да. Ой, именно наша зона по левому. А, вон дальше что-то Вижу такое. на пляже, что это, кусты, что ли, какие-то? Да, это какие-то кусты темные, непонятно. Блин, у меня тоже прорисовка 2500. Все, вот это вот то, что сейчас мимо нас проходит слева, это противник. Ну, точнее, зона противника. Просто я пока не пойму. Так, на связи. Да, мы пока сейчас полетаем, осмотримся. Посмотрим, что как у них. Вот, сначала главное зенитки, да, посмотреть. А, это зараза по нам стреляет. Слушай, короче, смотри, трассеры зениток. Откуда, чё? Дальше. Потому что я пока не вижу. Опа. По одной только что сработал, отхожу подальше. У меня было такое это видение, как будто он врезался. Слушай, видишь чем-нибудь? Принял, мы пока летаем, я что-то пока это Не вижу. не пойму. Ориентиры, они в квадратных песочных укреплениях. Все, принято. А, квадратные песочные укрепления. Да я слышу. А, все отлично тогда. Так, вижу трассера. По нам? Слева по борту. Нет. Я не вижу откуда, но где-то слева сейчас. Вот спереди слева были. Я тоже пока. Сейчас на другую борту переключусь. А, нет, ладно. Так, нужно снизиться, а то я 900 набрал. Нужно где-то до 600, сейчас я упаду. Так, ну. Слушай, вот эти темные пятна песочные, я вообще в них ничего не вижу, а, что я находится. На 320. Это как лодки, непонятно что. Не-не-не, вот эти темные пятна квадратные, в них зенитки стоят. Да, Ну я. иди за ними. Они пустые, по-моему. Ну вот в каких-то из них стоят. Так, вижу, боты гуляют. Пойду Так, боты если что, я сработаю. самолет, скорее всего, не буду слышать, у меня короткая. По нам стреляют откуда-то сзади. Сейчас скажу. Да, передавай.
Так, смотри, сейчас боты на берегу будут, прям с краю, с краю, с краю. Слева, справа. Прям сзади. Вижу, откуда стреляют. Ух, зенитка палит. Я вот туда стреляю. Еще одна. Вижу. Смотри, куда стреляю, видишь? А, блин, у меня привесовки не хватает. Я как бы видел трассера, но я не видел, откуда они вылетали. С той стороны, у меня тоже самое правило. А, вижу, вижу, вижу. Вижу. И справа оттуда тоже стреляли, ну, справа от этой позиции тоже стреляли. О, что-то я вниз, низко беру. Слушай, я пойду отдалюсь от них. Блин, да, короче, вообще не, вообще видно ужасно, просто ужасно. Да, да, да. И, мне кажется, ты вправо ушел совсем. Сейчас надо скорость подобрать. Так, 600 нормально. Сейчас опять я вдоль берега пройдусь. Просто бы понять, прям откуда пуляют, чтобы я мог это... Да-да-да, я тоже только сторону увидел и все, потому что там сильно не задерешь пулемет, чтобы там посмотреть особо. Вы должны идти слева у вас поле, справа... Вижу трассера, но пока не понимаю. Слева, сзади. Сейчас 280, дойти до конца зелени. Вижу зенитку. Она вот, я где кусты, понимаю. она даже... Ух ты, ёпт, сейчас попадут еще. Короче, видел зенитку, сейчас прям... Вон она стоит, да, в кустах. Да, видно, очень далеко ушел, влево вообще уходи. Сейчас высоту наберу, издалека заход сделаю. Я, в принципе, вон запомнил, где она стоит. Вон она не в черных квадратах. Она прям на песке стоит, но рядом с кустами. А вот тут тоже так же, если я заметил. Сейчас вижу ее. Сика. Улетаю. Ну давай, я думаю, что... Я вот попал по ней, не знаю, грохнул кого, нет. Вон она, да-да-да, там песочные мешки, короче, мешки отличаются от... Вижу. Да-да-да, хорошо стреляешь. Нужно дальше. Они не долетают, нужно еще больше упреждений брать. Что взорвалось? Бомбу скинули, скорее всего. Либо самолет. Нет, на бомбу похоже было, да. Самолет спикировал, да, он вверх ушел. Все, зенитку отработал, это нужно следующий искать. Там же вижу. Далеко от того места было. А, нужно подавить эту вышку. По нам работает откуда-то. Слушай, я пока высоту наберу. Мне пока это непонятно. Вот туда, где стреляю, откуда-то с той стороны. Ага. Ну надо сейчас пролететься. Вот, короче, ту мы раздербанили, походу. Слушай, ну патроны. Да, слушай, патроны. Сколько у тебя патронов вообще? 1700. Просто, короче, тогда надо будет стараться ботов убивать. Вот. У меня 214, мне нужно это жесть как экономить. Короче, смотри, на ту забьем. Ебать, у меня еще и приближение здесь есть. Да. Короче, ищи еще. Вижу еще одну. Прям вот полоса, которая под нами. Сейчас я разворот буду делать. Как тебе объяснить, там такая ближайшая полоса к нам. Она вот идет на берег, и после нее сразу зенитка идет. Вон она. А, ну ты не, блин, ты же сзади сидишь, да? Да, у меня ж пипец подзор. Ой, нас подбили! Гаси их! А, дельта, у тебя нормально все? Нет, у нас движок заглох. И горим. Ну пофиг, нагорим, я посадку буду делать. Вы бомбу откидайте по ним, попробуйте последний раз. Не, нам скорости не хватит. Скорости не хватит. Слушай, а там ремкомплекты есть у нас, интересно? Да? Думаешь, мы починимся? А я не знаю. У нас топливо вытекает. Да, я вижу. Прикатим вручную и будем как турелькой пользоваться. Прикатим руками. Ну да. Слушай, ну сядь-то мы сядем, как, но... Как те двое, про которых я рассказывал на бензоколонке. Главное, чтобы я не вырубился.
Ты все ранен? Ну, что-то моргает, но это, может, контузия. Ебать, тут смотри, смотри GPS, где мы находимся, чтобы это потом было на своих найти проще. Мы пипец как далеко, мы на востоке. Главное место запомнил. Там не видно, мы за картой. А GPS-ку ты не видишь, что ли? В смысле, карту если открыть? Она на черном. А, не, но все равно там по линии хотя бы. Мы просто, мы, короче, прям на краю находимся с картой. А, ну по линии я вижу, да. Да. Ну, чтобы своих найти. Ну, мы сейчас на уровне этой средней зоны. Угу. Ну, главное, чтобы это к своим побежать. Сейчас на уровне южной зоны. Да. Блин, не пойму, нас вызывали или это общая связь была? Я не слышал. А, значит, тогда вообще. Самолет нас не вызывал. Так, мы уже южнее нашей этой южной зоны. В смысле, как-то он парит, непонятно, должен сесть. Все, садись, давай, нет, садись. Почему здесь жизнь прям густая, справа заедет, как раз там трясется. Да давай, садись, скорость 100 уже. Слева поле, вы не бежите. Мы уже южнее этих меток первых зон. Так он вообще прикол, он просто летит и летит. Это можно, мне кажется, можно, мы могли бы еще кругов да, 5 бы нарезать. Я говорю, можно было там сесть на пляжу и расстреливать их. Не-не-не, разворачивать я сейчас точно не буду, потому что я знаю эту фишку, сейчас ты его развернешь, и он... Да. И он по всем. Перевязывал. Слушай, а есть чем починить-то? А, у нас же топляна нет, да? Так, мы сели, да? Да. А, ты еще там сидишь? Я же на карту смотрю. А короче, вообще в жопе. Давай, давай. Лечите, давай. Я не знаю, мне что-то вообще ничего не лечится. Ты что вяжешь? Уже ничего. Я правую ногу буду вязать. Голову у тебя перевязан. А мне, по-моему, ничего больше нету, да? Я помру. Не трать на меня бинты. А я думаешь, не помру? А у тебя тоже, что ли, все плохо? Пешком бежать. Да я там вообще нормально мне все. Слушай, ты главное к нашим прорвись. Слушай, а что в инвентаре-то есть или ничего нет? Или, по-моему. Стой ты, что ты бегаешь? Да я не выжил. У меня. Смотри, сколько еще. Нога, рука, торс. Тебе бинтов просто не хватит. Я торс вижу. Самое главное. Вижу мне торс. Правую руку. Могу тебя связать наручниками. Но если они кровь остановят. Если уж будем ролевые игры играть, то уж полный. Вот и все. Закончилось? Да. Ну что у меня осталось? Правая нога, кровотечение. Че, побежим? А че, нет ничего, да, в инвентаре? А я даже инвентаря не вижу, сейчас в стрелка залезу, может так. Снаряжение. Не, вообще пусто. Слушай, ну нам нужно бежать тогда на запад. На запад. Пойдем. Я примерно знаю, где мы. Но мы можем еще раз зайти, залезть и посмотреть. Да я посмотрю. Мы какую-то речку пересекали. Короче, а, вот, мы, короче, где вот точка 24, мы где-то вот там находимся. Высота 24. Чуть ниже мы? Мы южнее, южнее. Угу. Че, давай спринтанем. Дома на лут будем проверить? Да, смотри. Может нам повезет, может машину найдем. Так, мельница. Но мельницу я не... А, ну если только точка 10 где? Вот я тебе говорю. Это мы на точке 10, да? Мы, получается, да, где-то там. Вот рядом с точкой 10 чуть севернее были. Короче, побежим тогда просто на восток. Дорогу, надо дорогу. А вот, по-моему, дорога, да, вот это сейчас будет песочная. Слушай, надо
Блин, у меня привычка, короче, осталась головой крутить. Я просто бегу и пытаюсь головой крутить. Слушай, ну, скорее всего, вот эта дорога, да, песочная. Слушай, ну, побежали тогда на точку 1, наверное. То есть надо сейчас по дороге пока пойдем. Выжить, выжить любой ценой. А еще у меня КВХ есть. Да. Ну да. Так что, а мы вообще можем на 3, на 300 тупо пойти и все. Пойдем. Блин, я в косяк уперся. Мы здесь. Помогите. На 300. Но даже можно на 290 давай лучше тогда. Если мы с этой дороги сейчас пойдем. Так мы только на 300 пойдем в первую позицию. Нам, ну, в первую позицию. Там хотя бы можно будет, если я доживу, с тел полутаться и хотя бы оружие взять. Блин, значит, походу у нас какая-то там другая зенитка полила. Ладно. Что сделаешь? Надо, короче, у них... Ты чё? Да парашют выкинул, нахер он нужен. А чё, у меня тоже он есть? Наверное. Да. Да, кстати. Так, 290. Чё у нас после дороги должно быть? Мы потом вот должны как раз сюда к перекрёстку где-то выбежать. Ты сидя передвигаешься. Встань. О. Чё это я сижу? Так, речушка. Есть речушка. Короче, нужно залутать ремкомплект и топливо найти. И обратно, да? И обратно. Говорит, пацаны, вы, говорит, тут это... Не увлекайтесь особо. Блин. Так, 290 пойдем. Так, сейчас погодь, я звук выкручу, брат. Мы выживем. Да так. Понятно, но успеем ли мы нам на файт? А у тебя кровотечение идет, нет? Не, у меня все нормально. А. Ну, у меня вроде... Там в тебя прилетело просто. Ну, у меня слегка небольшой идет, я думаю, даже. Короче, главное на зомбаков и на волков не нарваться. А их же перепрыгивать можно, нет? Нет. Ты сейчас чуть у меня по голове не потанцевал. За зонгопак свой. Самолет, слышь. Или техника. Он не кружит, я говорю, нам надо это камушком, знаешь, выложить сос. Да, это самолет. Самолет, значит. Почему мы, а не они? Ну, ты знаешь, как бы... Ты никогда не застрахован ни от чего. Поэтому... Тут даже любой рандом, когда ты хоть в воздухе летаешь, там на высоте может прилететь, поэтому... Тут такое дело. Ну, видишь, стреляли по одной, отработала другая. Ну, 4, нормально, это достойно. Но мне. А сколько мы отработали, интересно? Две мы точно. Две точно. Две точно, да. Вот мы работали. А, ну, мы работали по второй, и вероятно, две в живых осталось. У башенки у этой косяк, то что ты еще горизонт должен учитывать, когда стреляешь. То есть ты, если вниз давишь или там наоборот вверх, у меня получается немножко другая траектория. Слушай, а что у меня экран не моргает? Ну все. Пошла боль. Да. Ты привыкся с этим и решил жить дальше. Да. Так, деревушка. А, это вот эти вот, точка 6. Мы вот здесь, значит, рядом с ней находимся, как я понял. Ну, где, в смысле, где она находится? Понял? Так. Слушай, ну я, по-моему, экран потихоньку сереть начинает. По чуть-чуть. Это гангрена. Гангрена! Придется отрезать.
Слушай, мы по-моему, как-то впритык даже. А, ну да, мы впритык с этими домами проходим. Тут за камнями должна быть вода тогда справа. А у тебя частота эта стоит? Да. Так, 290. Так, водичку слышу. Слушай, ну мы даже половину еще не прошли. Я пока не слышу выстрела. Давай сюда пойдем. Почему я не могу разорвать на себе одежду и перевязаться ей? Одежда казенная, потому что. Да. Так, что, можно пробежаться даже? Нет, все, кончились силы. Ты что, протаранить решил? Да я на карту почти посмотрел. Да, башку себе разбить. Добить решил. Слушай, наверное, надо было тебе не голову, а ноги перевязывать. Вообще, где наш спасательный отряд, который должен был нас спасти? Ну, нет, понимаешь, у нас нет тогда маячков на нас. Могли по следу от дыма найти нас. Так. Ну, если мы идем где-то здесь. Ну да, полпути прошли. А, ну они первую зону взяли уже. Да, нам можно угол менять. Не-не-не, ну надо первую залутать, там уже по-любому бинты есть. Ну, ладно. Не, ну хочешь, пойдем. Просто я не помню, они, по-моему, потом собирались вторую брать. Вот. Ну пойдем в первую зону. Какая разница? Нам все равно надо кого-то найти, чтобы с ними. Ну понятно, да, но. Только понять бы, как эта первая зона выглядит, потому что там, видишь, на приближении только один дом. То есть, получается, если выстрел где-то справа будет, нужно будет, значит, левее тогда. Да лишь бы нас свои не замасляли. А то скажет, вон они, англичане какие-то в синих штанах бегут. Да. Тирин-тирин-тирин-тирин. Хорошо, идем. Да, вот прям мысли мои читаешь. Такая прогулка неплохая. Так, 294. Не видно далеко вам. Это слишком ангар мы прошли. Ну это надо после домов смотреть, чем мы там прошли, проходили. После домов какой-то одиночный дом какой-то. Не знаю, это может быть после 17 высоты. То есть, по идее, у нас впереди дорога. Как раз вон дорога впереди. Дорога впереди, а дом за кустами был. Хм. Ну да, скорее всего, ящики. Да. Где? Ну, по-моему, на спавне своих. Ну да, мы мимо него же проходим. А, нет, не мимо него. Где ящики? А. Слушай, да. Да не, мы не могли так далеко откосить-то. Чё есть? Гранат есть. Все. Возьму гранату убийцы. Че делать? Почему ты веревкой не можешь перевязаться? Ну мы не можем нам. Перевязывайся тем, что есть. Это мы, наверное. Слушай, мы, наверное, на метках взвод 1, взвод 2, там, наверное, мы. Может быть. Да нет.
Ну мы не можем это ниже быть. Не, да, наверное. Тогда нам нужно где-то 295 где-то взять, чтобы даже 300 можно взять. Да, 300, чтобы в первой зоне выбежать, даже чуть это 301 где-то. Слушай, ну если самолет летает, то так предполагаю, что все ПВОшки отработаны. Ну да. Но зона еще зеленым отмечена, то есть еще ее она это не выбита. Да, то есть мы еще можем успеть. Прибежать и вручную ее выбить. Да. Отлично себя огонь. А может мы как такие, знаешь, переговорщики, короче, скажем. Английский дурак, вставайся. Слышу, вы, да, бахатель какой-то там. Бахатели я люблю. Блин, а мы сейчас дорогу уже пересекли, да? Да. О, пулемет. Английский. Нам туда, явно. У меня, если что, одна граната есть. Я тоже одну взял. Смертники. Можем дуэль тогда. Блин, есть дуэль по-мексикански, а эту как назовем-то? Точнее, по-македонски. А эту как назовем на гранатах тогда? Я даже не... Ну, это, наверное, и по-японски. Дуэль. Слушай, что это за проселочная дорога? Я говорю, надо бежать на выстрел пулемета. Не-не, мы бежим сейчас, мы сейчас бежим на зону, но я не пойму, что это за проселочная дорога. Ладно. Слушай, а может сдадимся в плен? Ну, как вариант. Ну, блин, я сейчас сдохну скоро. Так там тебя и подлатают. Ну, я, короче, предлагаю, если выйдем на зону... Вон самолет летает. Сдаемся нахер. Да. И пусть нас освобождают, наши задницы. А как будем по-итальянски говорить, не стрелять. Правда, я не знаю, как это будет. Или... Почему по-итальянски? Мы же фрицы. Не, но мы же будем на этом... Там... ну бриташки, ладно. По-американски там будет «Don't shoot». Да. Там нужно тогда с немецким акцентом это как-то говорить. Я, правда, не знаю, как это будет с немецким. Но... Guten Morgen, скажем. Ну, Guten Morgen! Да-да, сначала мы сдадимся, да, а потом просто гранаты кинем. Причем, знаешь, как можно? Не, можно... Подожди, слушай, мы по-немецки должны кричать. Nichtschießen. Nichtschießen, да. Ну, короче, можно гранату тогда, ну, спрятать в очко. Просто колечко оставить. А потом раздвинуть бутсы, и граната выпадет. Так, причем, знаешь, каким звуком вот с таким... Нет, знаешь что? Ты знаешь, это, ну, немецкие гранаты, у них шнур был такой на кольце. Да. Короче, фрицы. Слушай, вот высота непонятно, чуть правее, это возможно, это что-то наше может быть. Слышь, англичане нас, короче, типа, обыскивают, а у тебя из жопы такой веревочка с кольцом. Да, да, да. Это что такое? За губы дерни устаешь. Слушай, ну экран все сереет и сереет по чуть-чуть. Ты мне бросите. Ну если что, ты меня неси, пытай, я откачиваю. Да, я буду нести. Слушай, давай на высоту поднимемся и посмотрим. Нет, я побегу сдаваться. Скажи, я не хочу такой же участи. А вот смотри, летает на одной. Ну почти, да. Ну помашите нам крыльями. Хотя бы. Еще и бомбу в нас отправили. Говорит, вон, говорит, два диверсанта в тыл заходят, давай их отработаем. По идее, где-то чуть левее должны быть позиции, как первой зоны, но я не понимать. Слушай, велик! Велик! Мы спасены! Блин, а можно вдвоем садиться? По-моему, слушай, он, по-моему, не выключен. Не подходи к нему тогда! Лучше не подходи! Пойдем дальше, пойдем. Нет, это велик, приманка! А я могу сесть, стой? Нет? Так, грузовой отсек, подожди, я посмотрю, запасное колесо. Пассажир. Драм. Нет, менюшки. Слушай, садись ты и давай, езжай. Не, пойдем, ну ты чё, не.
Как бы если был бы он без сидушки еще. Блин, ну так-то можно было бы, не знаю, за помощь. А вон смотри, башня какая-то. Скорее всего, вот эта церквушка, да, вот это она, зона первая. А слушай, это трупак, что ли, впереди? Да-да-да-да-да. А то мне экран вообще... У меня экран сереет. Да, винтовку ты бери, бинты глянь. Причем наш труп. Есть бинты? Е, да, два бинта. Да, я их возьму, то перевяжусь. Бери, там. Бери. Раз, два. Медик, правая нога. Давай, пошел. Пушку взял? Давай. А ее уже кто-то спер. Кто, слушай, кто-то здесь тоже такой же, как и мы были. Да. Медик, правая нога, перевязка. Протупею с него сниму. Да, давай. Слушай, можем каску? Давай каску бери тоже. Ну не хочу я каску. Бери теперь каску. Да на пидорское, я хочу с очками, как модный чел. Слушай, ну все, вроде у меня все остановилось. Его прям в торс, его прям в торс ранили. Кто это был? Карапуз. Карапуз, блин, карапуз, сорян. Они даже карапуза побивают. Изверги. Слушай, я приоделся чуть-чуть, пойдем в башню полутаем, посмотрим. А что здесь карапуз сделал один? Рандомил. Не, ну видно. Свои бы все убили. Ты пушку... А, пушки нет, да. Его кто-то, наверное, даже, знаешь, что за этот... Но за... у меня этот есть, у меня две гранаты. Две уже? Патроны на маузе, я могу патронами кидаться. Так, надо перейду-ка я на норму. У тебя еще труп! Чего у меня? У тебя бедок такой. Какой? С этой каской. Давай, ты этот, я дальнего пойду. А, это кролик, я подумал, ты тоже труп. Да чё? Слушай, тут люгер есть. Бери. Пойдем дальше. Люгер это хорошо, но к нему больше этих магазинов нет. То есть под пустой, да? Ты туда можешь, короче, либо патрон от маузера зарядить, либо гранату. Нет, целый этот один. Но, магазин, вот, но запасной вариант с гранатой с кольцом мы все-таки оставляем. Надо идти на звуки войны и там... Нет, пойдем поутать. Нет, сначала я хочу спокойно поутать, потом уже нам, пойти. Слушай, нам надо было прыгать вообще с парашютом, как в батлграунде. Да, да, кстати. Труп впереди. Во, еще один, я пойду сюда. Фига тут, смотри, лежит. Кракен! Всех винтовок нет. Есть. Смотри, кто это? Никогда. Они убили его. А его можно тащить, нет? Да, наверное. Сейчас я перепакую магазин, подожди. Вот мы и нашли наших. Блин. Ты залутался? Сейчас тут вообще что-то кто-то лутался люто. Да. Слушай, ну да, в принципе, я готов. Оп, я портупею надел. А ты форму поменял, нет, что ли? Нет, я пор... А. Чё, пойдём? Сейчас, подожди, тут бинокль вроде. А да, кстати, надо глянуть. Не, видать, тут забрал у него бинокль. Чё, пойдем на выстрел теперь? Да. Надо своих найти. Ну вот на выстрел пойдем. Отряд команда просто. Команда, да. Слушай, по-моему, я простыл. Так сколько мы рек тут переплыли, конечно. Ветром обдуло. Я прям чувствую, как я чихать уже хочу. Сейчас, подожди. Вот первая зона. Не-не-не, ну мало ли, что здесь может быть. Опа. Ты смотри! Он так... Чё происходит вообще? Ковальский, да как так-то? Подожди.
Попроси меня. Сейчас, подожди. Блин, ты какой миноискатель? Есть. Пойдем. Слушай, я сначала подумал, что он просто наблюдает. Да, он просто устал. Значит, я не сплю, я просто закрыл глаза. Да-да-да, товарищ командир, я не спал на посту. Я просто моргнул. Там он, наверное, сколько крутых англичан. Я не буду с их пинтовки брать. А пулемет, если был? Слушай, ну мы сейчас идем вдоль дороги, нормально. Слушай, а как понять, где наши, где не наши сейчас? Ну как... А у тебя бинокль есть? Нет. Короче, мы сейчас... Короче, смотри, вот за этой желтой дорогой начинаются дома, где противник сидит. Ага. Ой, это не по нам? Не знаю, давай сюда отойдем. Да-да-да, короче, вот на севере... На севере противник. Ну, короче, где выстрел, там противник. Мне кажется, справа тоже какие-то непонятные выстрелы. Слушай, а смотри на 40. 40, 43. Что-то там среди кустов. Это бункер? Посмотри, бинокль, если есть. Да у меня нет бинокля. А, я думал, ты взял. Пойдем тогда. Там вроде просто стоит дерево. Не-не-не, там то ли дот какой-то стоял. О, нас не интересует. Да чтоб тебе! Да. Я хоть и одного убил?